Всем привет! Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы реанимировать несколько песен, сочиненных мною, которые были сочинены в период где-то начало 90-95 год. Вот так вот я их датирую. Возможно, там задет 89-й. То есть эти песни, они никогда не звучали ни в каких концертах, они звучали только на домашних квартирниках. И вот сегодня мы всей бригадой собрались для того, чтобы сделать реанимацию и вдохнуть новую жизнь в эти бессмертные произведения 90-х годов. Итак, слушаем. Дверь не войти, не выйти, ты ищешь смерти в моих руках. Мир восхищенный хищник в твоих безумных и светлых снах. Я беспощадный ветер, срываю петли вчерашних грез. Мир будет так же светел, родится песня, придет Христос. Милая, это не ложь, вот тебе бубен, вот тебе грош. Встань чуть-чуть впереди, ты води меня, води, ты води меня. Ты лишь цветок букета, летящий к свету ненужных слов. Лишь бы не просыпаться и не касаться своих оков. Я ж темнота и слякоть, заставлю плакать, заставлю жить. Жить лишь немножко прыти, пойти, выйти и дверь закрыть. Это тоже не ложь, бей же мой бубен, меняй же мой грош. Чуть-чуть впереди, ты води меня, води, ты води меня. Идет как черт, умен как кот, идет.
дом, где ты опять будешь мне шептать, от любви стонать в нем. Забыл тебя я, не тот давно, а холодный ствол. Сердце новая пуля попадет. Я устал от побед, меня прет. Проснулся и забылся.